Всем добрый день, с вами канал ДТВ, и сегодня мы поговорим про теплоэко и про теплопит. Не плит, а пит. Значит, в чем разница? Значит, показываю. Такие краны еще продаются для теплоэко. Вот. Давайте я вам покажу, как он снимается, экран. Ну, просто держится. Таким образом. Вот, видите, это приложили нечаянно пуфик сюда. Ну, говорят, шкурка, можно все это оттереть и ничего не будет. Ну, не стал заморачиваться, купил вот такой теплоэкоэкран специально. Значит, в доме у меня стоит их 13 штук, а именно 2 штуки теплоэко и 11 штук теплопит. Вот здесь теплопит. Сейчас тоже покажу, как они выглядят. Вот таким образом. Значит, экраны подходят и для теплоэко, и для теплоплит. Плит и пит. Вот так у нас стоит терморегулятор. Такой терморегулятор можно поставить до 8 теплоэко. Давайте я вам еще раз покажу, как он крепится здесь. Сейчас я поштурки. Видите, как бы верхняя часть здесь, он за нее цепляется. Вот различие между теплопитом и теплоплитом очень сильно в разнице кабеля сечения. То есть у теплоэко сечение, к сожалению, гораздо меньше. Вот я вам сейчас покажу. И чуть позже покажу сечение. Плюс у теплоэко есть кнопка включения, которая говорят, что она ломается. Значит, вот так мы это делаем. Все, давно у нас. Значит, еще раз говорю, что экран металлический стоит 1100 рублей, я за него отдал. Он хорошо крепляется к теплоэко и к теплопиту. Тут теплопит и кабель разного толщины есть. Ну, нету здесь кнопки. Значит, 400 ватт потребления здесь, 400 ватт. Значит, у меня в этой комнате стоит 2 терморегулятора. Почему так? Потому что я сначала поставил один теплопит и потом еще докупил 2. Не стал заморачиваться, там скрывать кабеля и подключил 3 теплопита. 2, то есть один теплопит и 2 теплоэко на 2 разных терморегулятора. Значит, какой расход зимой? Значит, 13 штук. Площадь дома 100 квадратных метров. Потребление получилось порядка 6500 рублей. При условии, что у меня двойной тариф. И по двойному тарифу, значит, утро 4 рубля 20 копеек и ночной тариф 2 рубля 20 копеек. Вот считайте, сколько киловатт вышло. Значит, примерно, я даже вам неправильно сказал, это 6,5 тысяч зимой. Это с учетом бойлера 80-литрового, 1,5 киловаттного, который круглогодично, круглосуточно работает зимой. Плюс двухкамерный холодильник, микроволновка, плита, индукционный чайник, всякие кофемашинки, насосы, да, там, и все остальное. Вот. Ну, конечно, в помощь не просто вот они грели, да, здесь. Вот. Значит, их потребление получилось 1100 киловатт за месяц, 13 штук.
Это благодаря, опять же, камину 9-киловаттному, который на пеллетах, на брикетах с утра раз в 2 дня топился. То есть для поддержания. То есть для поддержания температуры в доме сама, ну. То есть суровый минус 30, конечно, без печки камина не обойтись. В чем разница между теплопитом и теплоэко? Честно говоря, я не заметил. Вот. Единственное, что мне показалось, что теплопит все-таки быстрее нагревается. И то ли поверхность более горячая, то есть, там 95, по-моему, градусов. У теплоэко порядка 89 градусов получается. Вот. Соответственно, смотрите сами, да, то есть, в принципе. А так я доволен. Летом в основном они спасают. Что касается санузла, то у меня никаких сливных всяких вещей в доме нету. Я вам сейчас покажу. То есть я вулер не сливаю, как некоторые на зиму сливают. Просто если я здесь не нахожусь, я оставляю одну штуку здесь, в этом помещении теплоэко. Теплопит, то есть, извините, и логично на зиму. Соответственно, где-то потребление его 2,5 кВт в день. Умножаете на 30, 75 кВт. Ну, рублей 200, наверное, получается, я трачу на обогрев вот этого помещения. Ну, зато у меня всегда здесь тепло. Туалет у меня не примерзает. Потому что воду с туалета вы не сольете, там очень сложно перекрыть. Вот в этом месте не остается вода в любом случае. И у меня был случай, когда мне отапливали это помещение. При минус 20 у меня просто треснул унитаз. Соответственно, вот эта вещь незаменима. Если вы здесь не постоянно находитесь, да, наездами. Вот. То есть рекомендую в туалет спокойно. То есть он прогревает. Что касается комнаты. Вот эта комната где-то порядка 8-9 квадратных метров. Потолок 2,5 метра. Отлично держит температуру. Именно один теплопит. Вот. Здесь прогревается температура зимой. Спокойно до 22-23 градусов. И держится спокойно. Вот здесь стоит терморегулятор. Всегда у меня стоит температура 21-22 градуса, и всегда тепло. Вот то же самое в комнате здесь. Также все нагревается, держится. Все отлично работает. Для меня это является, в принципе, основным отопителем в доме. Вот. Печь камин буквально недавно поставили. Ну, помогает, да, сокращает расходы. Вот. Соответственно, без печки, если топить чисто теплопитом, теплоэко, весь дом 13 штук, 2 этажа, ну, выйдет где-то в районе 9-10 тысяч рублей. Ну, печка сокращает расходы где-то до 6-6,5 тысяч рублей, где-то 3,5 тысячи. Ну, считайте, одна упаковка стоит 56 рублей брикетов. Брикетов там штука 10, одна закладка 4 штуки, 5 может быть. Это достаточно, чтобы зимой погреть. Думайте, смотрите. Я вам рекомендую, в принципе. Значит, объем, который прогревает одна штука, это 18 кубических метров. Да, в принципе, так оно и есть. У меня здесь комната получается примерно 50, наверное, 55 кубов, потому что здесь потолки 3,5 метра. Вот. 3 штуки здесь, 3 штуки здесь, справляются спокойно. На всякий случай, конечно же, вместо 2 кВт
честно говоря, я редко очень включаю, если очень много. Что касается дома, то утепление здесь, это каркасный дом, 200 миллиметров, миловато, теплоизоляция всякие, все как надо. Конечно же, если дом у вас дырявый, плохо утеплен, то никакой теплоэко вам не поможет. Кому информация принесла пользу, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами канал ДТВ. Всем спасибо и всем пока-пока, друзья.